Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами рецептом салата мексикан. Название его мексиканский, очень вкусный, легкий. И люди, которые любят совмещать во вкусах сладкое и кислое, я думаю, это ваш салат, и он будет ваш любимый. Он очень-очень вкусный. Простые в нем состав продуктов здесь очень простой. Здесь находится сладкая кукуруза, сладкая фасоль, болгарский перец, помидорки две штуки, лайм. Можно заменить лимоном, можно заменить просто лимонной кислотой. Но я люблю в этом салате именно лайм. Зелень, а если будет в нем присутствовать еще и кинза, это будет вообще супер. Я добавляю еще острую паприку сухую, перец и соль. Можно острую приправу не добавлять. Ну что, приступим. Я для этого порезала уже продукты. Перец кубиками, помидоры кубиками, зелень. Из помидора я вынула сердцевину. Она нам не нужна, потому что она дает очень большой сок в этом салате. Он там не нужен. Начну смешивать. Это перчик, помидоры, баночка кукурузы пойдет сюда, ой, фасоли, банка кукурузы, зелень. Острая паприка, но если кто-то не любит, не ложите. Я люблю, в моей семье острая любит. Черный перец. И посолить. Что-то у меня. Посолить и выжать лайм. Я люблю лайм. Мне не очень нравится с лимоном. Ну, можно, у кого есть, нет лайма, лимон. Можно заменить, я как говорила уже, и на лимонную кислоту разведенную. У лайма просто очень нежный вкус. И все это перемешать. Вот такой получился у нас салат. Посмотрите, какой он красивый. Очень-очень вкусный. Я вам очень рекомендую его приготовить. Это очень, правда, вкусно. Настолько вкусно, что сочетание кислого и сладкого – это потрясающе. Посмотрите, как красиво он смотрится. Сегодня у нас праздник в Германии. Сегодня папин день. И магазины все закрыты. А мы вчера не купили хлеб. И сегодня мне пришлось испечь узбекские лепешки. И вот так вот к салатику, лепешечку. Это очень-очень вкусно. Попробуйте, вы не пожалеете. Приятного аппетита, до новых встреч. Пока-пока.